Всем привет! Меня зовут Дмитрий Эмон, я основатель компании Imantec. Сегодня я вам расскажу про нашу новинку – возвратную систему для Glock 5-го поколения. Glock 5-го поколения отличается немного от 4-го, поэтому мы рассмотрим более подробно, что входит в комплект и для чего она нужна. В возвратной системе отдачи Imantec на Glock 5-го поколения у нас есть обновленный удлиненный штырь. На 5-м поколении штырь немножко длиннее. Также в комплект входит возвратная пружина 15 фунтов и девайс для установки с адаптером на отверстие в затворе. Возвратная система 4-го поколения была усовершенствована для того, чтобы ее можно было использовать на 5-м новом поколении. Если мы рассмотрим пружину заводскую, то она не разборная и ее усилие невозможно изменить. Именно для этого существует система отдачи Imantec, которая позволяет установить различного усилия пружины от 10 до 16 лбс. В комплекте идет пружина 15 лбс, и вы можете всегда докупить пружину любого усилия 10, 11, 12, 13, 14, 15, в зависимости от того, какую отдачу вы хотите получить для своего пистолета. Установка очень простая, все, что нам нужно, установить пружину, она не сильная, и зафиксировать ее специальным инструментом. После этого мы ставим адаптер в затвор и устанавливаем возвратную систему. После этого вынимаем чеку и система установлена. И готова к работе. Все, что нужно теперь, тренироваться. Для чего нужны различного усилия пружины на возвратной системе? Для того, что вы можете выбрать усилие пружины и отдачи затвора именно для ваших патронов. Если вы используете слабые патроны, вы можете поставить более слабую пружину и получить более слабую отдачу. Каждый выбирает отдачу и пружину в соответствии со своими нуждами. Imantec позволяет полностью настроить и адаптировать ваш пистолет под ваши патроны или под патроны любого производителя, для того, чтобы он всегда работал так, как вам нужно. Система отдачи Imantec для APC не подходит в Division Production, потому что не является заводской деталью. Но вы можете использовать ее в стандарте, в опене и просто для себя, для стрельбы в тире, для практических занятий. Более подробные инструкции по установке, использованию смотрите на нашем канале YouTube. Встретимся на стрельбище!